Дом культуры имени Литвинова на один день стал символом Армении. Здесь праздновали национальный армянский праздник «День материнства и красоты». В этом году он совпал с Днем Пресвятой Богородицы. Армянский народ веками живет, процветает. Это заслуга наших девочек, наших мам. Отмечать светлый весенний праздник вместе с армянами приехали и другие народы. Пускай приносит всем матерям, женщинам, девушкам огромного здоровья, весеннего такого вот настроения. И при нашей сегодняшней обстановке, как говорится у нас у казахов, чтобы у нас был мир над головой. И все кризисы у нас прошли, и женщины оставались красивыми, матери добрыми. Любой такой национальный праздник, прежде всего, это общение между людьми, это познание культуры, дружба между народами. Любой праздник, который отмечают национально-культурные объединения, это прежде всего для воспитания молодежи, для того, чтобы молодежь не забывали свои корни, свои обычаи. В залах Дома культуры гости праздника увидели картины знаменитого армянского художника Геворга Бабахаяна и выставку народных ремесел. Все экспонаты сделаны вручную, и если какой-то из них понравился, его запросто можно купить. Прелесть национальных праздников в том, что можно ближе познакомиться с культурой народа. К примеру, вот этот ковер – это удивительно тонкая ручная работа. А вот эта вещь совершенно потрясающая. Это армянский узор. Но в то же время у мордовской национальности это знак бинарности, то есть узор один, объединяет сразу два народа. А вот это национальный армянский парфюм. Никогда не был в Армении, но уже хочу туда попасть. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События.